Я пришла помогать вот старым людям. Дания Хуснутдинова в рядах соцзащиты 23 года. До этого она работала монтажницей на заводе «Радиоприбор». За это время у нее были десятки подопечных, но в этом году она навещает шестерых. В их числе Алиса Тарасулько. Живет она вместе с мужем и дочерью. Пенсионерке трудно передвигаться самой, и она страдает от деменции. Первое время было сложно, люди были тяжелые, у каждого свой характер. Сейчас в Альметьевском районе трудится 140 соцработников, большая часть в городе. За ними не только 831 подопечный, но и одиноко проживающие пенсионеры, а их больше 2600 человек. И каждого нужно навестить, осмотреть квартиру и, если что-то не так, направить заявки в ответственные службы, если их специалисты не пошли на обход вместе с соцработниками. Ах, вот. 8 июля, да. Дания Павловна награждается грамотой министерства. Своих подопечных Дания Хуснутдинова называет бабушка и дедушка. Не просто так говорят, что со временем соцработники становятся членами семей. Не в этом случае, но зачастую они проводят со своими пенсионерами больше времени, чем родные дети. Список обязанностей ограничивается хлопотами по дому. Уборка, готовка, стирка, плюсом идут походы в аптеку и магазин. Свой профессиональный праздник соцзащитники отметят 8 июня.